то было в мае, в Фалераке, играя на губах сертаки, без меры весел, в меру пьян, в размашку греб валериан. И как ему не веселиться, когда успел он отсадиться до шторма и в пучине вод завел подводный огород. Благословенный остров Родос, ты знал достойнейших мужей, философов, врачей, ученых и рыцарей-богатырей. А если всех их здесь собрать со всех времен, с ковчега Ноя, не хватит места всем и стоя, а уж не то, чтоб полежать. А сколько еще тайн хранится на дне твоих прибрежных вод? Одну из них сейчас раскроет нам Вальтер Дик, овощевод. Не зря он вышел на утес. Сюда ходил апостол Павел, а еще раньше Дорией устраивал бои без правил в борьбе на выдумке Гораст, герой толпы Панкратиаст. Здесь Цезаря под шум прибоя Малон риторики учил, и Посейдоний Цицерону небесный глобус подарил. До них Евдем Перипатетик здесь в тайны Логоса проник. Теперь стоит здесь Вальтер Дик и смотрит вдаль, на море гладь. Души мятежной нет покоя, пора арбузы собирать. Исключительно, исключительно. Не ожидал. Кроме жемчуга, вот еще что покушать. Видимо, так и жили люди до нас. После нас уже не выживут. Thank you.
Спелее на сколько? Как, наверное, 2 метров всего, да? Ну, прогревало солнце, вот как. 2-2,5 метра, не больше. А где поглубже арбузы? Те не совсем зрелые. Вот, видишь, достались с глубины зеленых. Это вчера вот доставали, был белый. Этот зеленый с глубины солнца не хватило. Ты считаешь, хуже будет? Ну, попробуем. Мы вышли из бухты, а впереди наш друг океан. Наши девочки запрятали рученьки в муфты и ждут нас на берегу. А где-то в Крыму девочка в розовом сарафане, и мама ее не отпускала гулять. Но мы просили: отпусти, мама, дочку с нами. Беля, вот так как окончало, пожалуйста. Мы силачи. Ой, нет, ах ты, мы вышли из шахты, что под номером 8/3 29.05, горит 05. Здесь тигры, пинг-понг и бухты, ебухты, барахты. А настоящий ну, покажи урожай-то, какой собрал со дна морского. О кораблях нормально переводи. А где-то в Крыму девочка в розовом сарафане. И мама ее берите. Не отпускала гулять. Но мы просили: отпусти, мама, дочку с нами. Ведь мы подводники, мы силачи. Ох ты! Лер, покажи арбузик. Будет сладкий. Мы здесь южнее. Ты рассказываешь на камеру? Говорю, что вот эксперимент арбуза. Я. Вот тут я понимаю, вот Игорь при делах. Я в тебе делал, я говорю, что рук пошли, а рук не рук нету. Держите. Подожди, Сереге. Подожди.
Ну съешь арбузик. Поняла, а почему он жил? Оля, ты когда себя увидишь на камере, то так не надо. Нет, ну меня не надо, я согласна. И меня не надо. Ну, мужиков. Так. Доставайте. У меня две. Только с этого места сюда работает. Валера, тебе чуть-чуть.